Хамидахан Муслима. Сумбек Амира. Я хочу стать президентом. Я хочу работать в доктора. Это когда появляется торнадо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Хамидахан Муслима. Сумбек Амира. Алину. Рубия. Алин. Сколько вам лет? 7. А как эта школа называется? Target International School. Target International School. В каком классе вы учитесь? 1A класс. Какой ваш любимый предмет? Предмет рисовать. Почему? Потому что я люблю очень сильно рисовать. Можно там красками, карандашами, с пластилином. Рисование. Физра. Почему? Потому что я люблю заниматься, и физры занимаются. А, вы любите заниматься спортом, да? Какой ваш любимый предмет в Таргете? Математика. Математика. Почему? Потому что она хорошо учит смыслы и делает детей умных. Робототехника. Почему? Я люблю делать роботов. А кто ваш любимый учитель в этой школе? Гульчихра Аскаровна. Конечно же, Гульчихра Аскаровна. Гульчихра Аскаровна. Почему? Потому что она нас много и учит. Там нас она учит рисовать, писать, читать. Потому что они самая лучшая учительница в мире. Они хорошо учат читать, писать. Какие вы игры больше всего любите играть вместе со своими друзьями? Догонялки. Какая ваша любимая игра? Барби. Потому что там интересно. А, интересно. Я бы хотел бы задать вам несколько вопросов. Как вы думаете, что такое парк? Парк – это когда все дети веселятся, там такие горки бывают, качели, бассейн с шариками. У меня есть такой вопрос. Вот вы любите играть в прятки? Нет. Нет. Почему это? Потому что надо бегать, нужно, чтобы не найти. Не люблю. Нужно очень сильно постараться в этой игре. Нужно очень сильно стараться, да? Чтобы не нашли. Поэтому я люблю догонять. Догонялки? А вы быстро бегаете? Да. Ага. Вот меня можете догнать? Да. Давайте тогда сыграем. Что такое аквапарк? Аквапарк – это где очень много бассейнов. И там очень много гор, и оттуда спускаются в бассейн. Что в этом парке есть? Аттракционы, бассейны, горки. Что такое зоопарк? Зоопарк – там такие интересные животные, которые живут на земле. Там есть жирафы, слоны, бабочки, бегемоты. Что такое ураган? Ураган? Да. Это когда появляется торнадо. Если вы отстали от родителей, кому вы обратитесь за помощь? Никому. Никому? Ну, сама найду выход. Сами найдете? А к полиции не хотите, что ли? Никогда. Назовите птиц, которые не летают. Курица. Ага. Цыпленок. А можете с нами, пожалуйста, поделиться о том, кем вы хотите стать в будущем? Я хочу стать зубномом. Почему? Потому что они лечат зубки. А вам нравится лечить зубы, да? Хорошо. А кем вы хотите быть в будущем? А я хочу работать в доктора. Почему? Потому что самая любимая профессия – это моя доктор. А, вы хотите доктор стать доктором? Доктор всех лечит. Всех, которые заболели, или кого-то голова болит, всех лечит. То есть доктор любезный. Да. Да? Я хочу стать президентом. Доктором. Почему? Потому что я люблю доктором быть. Художником. Почему?
потому что я люблю рисовать. А кем вы хотите быть в будущем? Учителем. Учителем, да? А почему учителем? Вам что, нравится учить всем? Да. Угу. А по какому предмету вы хотите стать учителем? Математикой. Футболистом. Почему? Потому что играть в футбол на спорт. То есть вы хотите стать футболистом, играть только в футбол, да? Mm-hmm. Ага, это очень прекрасно. Это было очень интересно, и мы желаем вам хороших оценок, успехов в будущем и, конечно же, стать хорошим доктором. Спасибо. Target International School. Improve your self-value.